Здравствуйте, мы находимся в игре Зомбики, и я предлагаю отправиться на Чайный остров. И это моя первая поездка. Так, торговец. Его можно встретить. Я очень рада, что мы его встретили. Ой, какой-то неинтересный торговец. 9 дней, 23 часа. Я могу находиться на этом острове. Я так понимаю, что мне куда-то сюда. Ой, нет. Слышал, у вас здесь чайная церемония. О, сейчас будем чай гонять. Пусть свой вид. Чем так? Кофемана одни. Не-не-не, я чаёчек люблю и кофеёчек люблю. Так, уберите статую с пути. А у нас тут шарики, ролики летают. Все открываем, не стесняемся. О, какой достойный подарок. Так, я люблю играть вот так. Когда я вижу, куда я попал, найди мои вещи. Так, я вот единственное, что не поняла. Алло, где мои задания? Так, а что под таких вот красавцах? А, добудьте чайный лист. Во! Я ж думаю, где мои задания? Думаю, ну прям остров есть, а заданий нету. Так, это чайная церемония. Ой. Можно найти. Нужно найти, а не можно. А это? А шишки где взять? Можно раздобыть, вырубая дерево пальмы на острове любви. Спасибо вам. Спасибо. Какие вы добрые. Дерево любви, пальмы. Ой, там уже, наверное, знаете, сколько ничего нету. Я забыла, что там что-то было. Они мне шишки предлагают. Тихо-тихо. Что, у меня прям все закончилось? Нет, не все. У меня есть кирки. А кирки это... Вот так вот я могу сделать. Ну, а потом пойдем что-нибудь добудем. И вот так могу. И потом пойдем точно. О, шарики, ролики. Я просто думала, что здесь действительно что-то есть. И я так и не ошибалась. Так, деревяшки. Появились. Один удар. И мы можем пойти дальше. Так, это применить, применить. Вот это вот мне их не ищи, ты все найдешь. Очень-очень нравится. Честное слово. Типа, кто ищет, тот всегда найдет. Шарики. Так, ой. Ладно, а я еще раз попробую. Ладно. Так, 36, 35, 9. А где мне эти брать цветочечки? Можно найти в летающих фонариках. Вот. А, так это будет долго. Пока они там мимо меня пролетят. Так, фонарики. Кому фонарик? 9, 20. А типа дальше я не пойду, да? Пока не сделаю. Очень интересно. Ну прям очень. Это не то. Добудь чайный лист. Ага, все, я пошла домой. Так, ладно, если шарик пролетит, это хорошо. Ну а я вот листиками позанимаюсь чуть-чуть. Я два кустика увидела этих. Ну их 100% больше, да, я понимаю. Но вот я как-то. Так, это я. Не то, это еще три штуки. Ну, покажите. Да я поняла, кто ищет, тут всегда найдет. Ну, искать же надо. Я думала, они подскажут. А они такие не хотят. В уголочек пойду. Обиделась, ушла в уголочек. Тихо. Давайте за какую-нибудь вот. Мрамор, что ли, заберем. Угу. И еще. Ну, ничего интересного не нашла, да? 10. Я так и не поняла, просто что с этих выпадает. А, ну, неплохая коллекция, в принципе, но не то, что надо. Так, сколько налетало?
еще один цветочек, еще один василечек. Вот, 20 есть. Листики. Тихо. Еще один листик. И там не хватает, и тут не хватает. И везде по чуть-чуть, самое интересное. Так, 65. У меня 63 только. Ладно, поехали. Если что, поедем. И еще чего-нибудь сделаем. Так. Я не вижу. Вообще не вижу, если честно, то, что мне надо. В общем, я тут круги нарезаю, жду, когда ж мне еще тут полетает. А не хватает-то буквально еще один раз, чтобы полетало, чтобы листик выпал. Но никто не пролетает. Никому летать больше не хочется. А представляете, а дальше не пойдешь. Ну, да, это я уже могу сделать. Ой. Ну, сначала надо выполнить квест поручения. Ха-ха. А квест поручения у нас чисто застрял. Вырубите такие деревья. Да? Ну ладно. Вырубили. Так и быть. И создать в чайном домике. Вот какой я молодец. Я уже создала этот. О. Сразу так. Готово. Что с чашкой делать будем? Сами выпьем. А, отдадим. Верните чашку чая. Уберите статую. Аж бегом. А теперь еще чего? Найдите лотос один. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. А не могу я это сделать. Показывают мне, показывают. А зачем показывать ей то, чего нету? Так. Сейчас будем... Налево пойдешь, ой, голову найдешь, направо найдешь, еще что-нибудь найдешь. Так, прямо пойдешь, так, ой, деревья найдешь. Что я делаю? Еще раз покажите мне, где этот лотос. Ага, дальше. 12, 8. 65 я, конечно, не уберу, я так поняла, у меня нет столько. Но я могу попробовать пройти напролом. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так, а мы тоже обойдемся. Так они попадаются, эти шишки. Ну, самое интересное, что тут и камней-то нету, собственно, чтобы их убирать. Да нету здесь такого. Могу только эту вот. Оп. Если что. В общем, пытаюсь я брать, пройти, ой, я, кстати, этот цветок уже вижу даже, вот он, ха, я надеюсь, я на него нажала, собственно, да, уберите статую с пути, уберите, уберем, если мы ее найдем, то мы сразу уберем. Хорошо. Так. Ха. Этот все стоит, мечтает. Наборы свои предлагает. Очень-очень выгодные. Не надо. Такой торговец. Пусть торгует где-то на стороне. Так. Колодец. Я хочу колодец. Он прям вообще не судьба. Посмотрите-ка. А. Так. 60. А у меня камней нет уже здесь на острове, собственно говоря. Что-то я иду и никак не дойду. Ежиков только этих нахожу, зомбиков. Так, 12-8. Так медленно движется здесь. Это кошмар какой-то. Я вижу эту жабку, но это ж до этой жабки еще дойти попробуй. Она прям не хочет, чтобы я к ней шла. Ха, дойти до нее дошла. Но талантов у меня не хватило. Очень оригинально, очень. Это дерево убрать, зачем, не знаю. Ну, уберу. Там летучие мыши. Ой, я не помню, зачем они мне, но они тоже хорошие. Так, 22, 15 есть. Я сделала это и попала. Сенсей, что с вами? Ничего, закончились. Чем чистить? Ой. Зажги фонарь.
Гори, гори, моя звезда. Так. Мы пойдем другим путем. Ох, ничего ж себе. Типа настоящие герои всегда идут. Я сдалека не хочу начинать. Давайте что-то поближе, что ли. Поближе нажимаю, вообще нигде и ни о чем. Посмотрите. Три, три. О, зомби-ежак я на него называю. Пять. Ну, девять еще. Ай, на девять не хватает единички. Так. Ого, какой. Не будем мы его убирать. Силы не хватит вырубить такие кусты. Тихо. Зажги фонари. А кусты еще раз покажите мне. Ага. Кусты надо будет на другой территории вырубить. Ясно. Типа, кто ищет, тот всегда найдет. Ну, ладно. А между прочим, я так и не смогла построить, потому что таланта у меня не хватило на колодец. Тут мне не хватило на это дерево. Больше никто не хочет летать. Я их зову, летайте, летайте. Они не летаются нам. Давай, зомбик, я в тебя верю. Тут где-то проход должен быть. По-любому, на ту сторону. Ну, я его, правда, еще не нашла, но он 100% есть. Три. Серьезно? Вот еще. Три. Пять – это за напту. У меня один только есть. 50. Ладно, я могу брать одну 50. Зачем? Ну, летучая мышь. О! Я смогла добраться до этой штуки. Вот. Построили, строили и, наконец, построили. И смогли пройти на эту сторону. Это радует. Но тут у нас сразу же возник вопрос. Где взять энергетики? Вот где? Я хочу этот камешек, кстати, убрать один. Ну, я даже не знаю, зачем он мне нужен. Честно. Вот на 55, например. И надо опять ехать за энергией. Ну... Три штуки я убрала. Да ладно, сейчас мы еще уберем. 12. И на этой веселой ноте мне на одну штуку не хватило энергии. Представляете, как обидненько. 12 надо, а у меня только 6. Типа и на большее ты не рассчитывай. Вот так вот. Мне кажется, сейчас я должна угадать 6 штук, где я уже допиляла. Ха, и вот наши. А теперь уберите статую. Ну, на статую я уже все готова. И тут у нас, ой, 3 головешки. Начни строить сад камней. Во как. Начала. Отыщи остальные камни и выруби такие деревья. Где? Деревья на сколько ударов? Алло. Только что-то я дерево сейчас так быстро увидела и быстро потеряла. Ладно. С деревьями давайте потом берем головешки. И ищем камни, что ли. В поисках камней. И между камнями надо пройти. Так, зомбик. Ой. А нечем, да, рубить? Круто. Есть немножко деревяшки убирать, но то что-то
Они так стрёмно показали это дерево. Я так понимаю, до него еще надо добраться. Эти 15, наверное, не считаются? Сейчас оценим. Не, не считаются. Ну, по-любому, если я их не уберу, я туда не попаду. А вот это? А ну, это слишком большое. Тоже. Вот это дерево на 30 ударов, которые надо. Ладно. Найти-то я его нашла. Ну, радости от этого мало, энергии больше нет. Я вообще потерялась. А, я здесь была где-то уже. 55, опять 55. Ну, ладно. В общем, вот такая вот история. Видео я это заканчиваю, бо оно затянулось. Вот такой вот интересный остров с кусочков. Пишем в комментарии, играете ли вы в зомби-фильмы.